Доброе утро, друзья. Вы скажите мне, что это за люди, которые заставляют человека подняться в 6 утра в воскресенье и ехать в другой город? У меня сегодня журнал. Название, как обычно, не знаю, я вам напишу. Вот. И я еду не в другой город, но за Лондон. Это 100%, я точно не знаю. Не помню. Сейчас выхожу с дома. Мне надо ехать на вокзал Паддингтон. Потом с вокзала Паддингтон куда-то еду. Сейчас надо найти дорогу. Очень странно. Ладно, потом, короче, я приезжаю с вокзала Паддингтона куда-то. Я вам скажу, у меня билет электронный, мне за него заплатили уже. Мне нужно просто приехать на вокзал Паддингтон, показать им билет, который мне на 8 утра. И, собственно говоря, ехать куда-то. Там меня должны встретить. Я не знаю ничего, ни концепцию съемки, ни образ, ни мудборд. Я вообще еду куда попало. Все время в неведении. Ничего не знаю толком. Вот так вот, в общем, я провожу воскресное утро, ребята. Ой, как хорошо в Лондоне утром. Оно так прохладно, конечно. Блин, шарф забыла одеть. Думала, шарф одеть забыла. Оно прохладно, но приятно. Чтобы доехать до Паддингтона, нужно взять District Line и проехать от Эрнскурта, наверное, 3 или 4 остановки. Вот, я жду сейчас своего поезда, метро. А вокзал Паддингтон, кстати, я о нем очень много слышала, а точнее, я вспомнила, почему он мне так на слуху. Потому что, если кто читал Агату Кристи, а Агата Кристи, у нее было убийство, на вокзале Паддингтона. Why? Окей. Итак, я уже на Паддингтоне. И у меня через 10 минут должен быть выезд. А я не знаю, с какой платформы. Не написано, еще, видимо, не прибыл. Поэтому жду. Взяла себе американо. White. Здесь спрашивают, black или white. Если white, это означает с молоком. Вот, еще толком не проснулась, но в предвкушении. Еду в Бристоль, ребята, в Бристоль. Только что подключилась к Wi-Fi. У них есть прям Wi-Fi, которым можно пользоваться в поезде. И вот, зарядки. Обожаю. Ехать мне 2 часа до Бристоля, поэтому я, наверное, посплю. Короче, вон находится мост. Мы его, конечно, проехали, плохо очень видно, но он считается один из самых известных вещей просто в Бристоле. Вот, и сейчас мы едем, меня забрала девушка, и мы сейчас едем в студию, и там будет все. Why there are so many people? That's a car boot sale. There's a car boot sale going on, I think. Итак, ребята, я приехала. Мы приехали в дом Фаторов, а здесь у нас будет съемка. Слава богу, не на улице, потому что там реально прохладно. И образ у меня типа 90-е. Поэтому я буду вся кучерявая, будет яркий макияж. Луков у нас всего, наверное, 4 или 6. А, да, кстати, это мои ногти. Короче, гранж. Сегодня будем танцевать. И посмотрим. I like the tone. I do like the tone. Just my leg tone. Короче, у нас будет всего 5 луков. И каждый раз меня будут менять полностью всю. Волосы, ногти, макияж. А еще мы слушаем Майкла Джексона. Это здорово. You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dance in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind.
I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew is that I held you in my arms and you asked what we should do. What should we do? What should we do? I said you can do what you want to with me, yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. Blue eyes, black skinny jeans. In every room you walk into, you're always setting the scene. I wanna hold ya, hold ya. We went out of the club, yeah, and we girl. Started walking the streets, sure. And then we stopped for a thank while you. You said you wanna kiss me. I remember thinking, is this really happening? Happening. I never thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it, it was magical. Just under street lights on our way back home. Our way back home, our way back home. I said you can do what you want to with me, yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. Мы закончили нашу съемку из 90-х, и я уже спешу быстро домой. Do you see my phone? Where is my phone? There. On the top. Table. Oh, no, it's mine. It's not mine. On the left. Все, ребята, спасибо, что были с нами, и пока-пока. Too many tears on your pillow, on your pillow.